Приветики. Привет. Влад. Дарья. Очень приятно. А что ты так долго? Ну, я была обязана подружиться. Почему? Мы же девушка. А, не знаю. Это типа стереотип? Ну, типа да. Ну ладно, ладно. Коленку куришь? Коленку куришь? Я пью. А колен ты куришь? Подожди. Алло? Алло. Алло. Здравствуйте, родной, дорогой, салам. Салам. Ты где, братва? Я на Ладовской. Я тебя умоляю, пожалуйста, я уфемейстер, отпускай меня. Давай забирай меня отсюда, умоляю тебя. Откуда? Уфемейстер, красный текст встречи, где тебе верим написано. Что написано? Эй, уфемейстер, уфемейстер. Хорошо, брат, а ты с кем? Я с кем? С Ниазом, с Сиганом. Я просто не один, я с девушкой. Я, пожалуйста, давай, я тебя умоляю, братва, я бензин наливаю, тебя не переживай. Ладно, вы нормально себя будете вести? Да, конечно, конечно, братва, ты что? Ну все, ладно, то давай. Через сколько минут будешь? Через 15. Давай, пожалуйста, я тебя прошу, да, брат, и что за это, мы родственники? Давай, давай, ладно. Давай, дорогой, давай, родной, давай. Куда мы едем? Ну ты не слышала? ФМС. Ну просто реально надо забрать их. Потому что брат, вот, и... Если я не заберу, а у нас нужно старших уважать. Ты можешь, пожалуйста, чуть вперед подвинуться? Здравствуйте, салам алейкум. Добрый день. Добрый день. Салам, брат. Салам алейкум, брат. Привет. Салам, брат. А вы что здесь делали? А мы документы ходили. Документы мы ходили, брат, чувак. Ты знаешь, ты все равно мигрант. Кто? Мы, я, да? А. Здравствуйте, девушка. Очень приятного. Салам. 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 Алейкум. Палаштин. А, это Даша. Даша? Да. Радость наша. Очень приятный вам тут. Ты откуда? В смысле, где родилась? Да. В Омске. В Омске? Ага. Нет, просто вы с Саром сказали. В азербайджанка, что ли? Нет, но... В азербайджанке я знаю? У меня татарка. Татарка? Ой-ой-ой, очень хорошо, очень хорошо. Вам очень приятно. А, твоя девушка? Ну, мы сегодня познакомились. Сегодня? Да. Поздравляю вам, честно говоря. Аман. Очень хорошо. Поздравляю вам, очень приятно. Аллах хоть подбирасы. Яр Яннардан улы. Минли Яшин. Один год живем, второй год дети скоро. Свадьба когда, братва? Думаю, первый день. Первый день? Да. Как мне жалко стало. Кого? Извини, сегодня ваш день испортился мы. Просто мы не хотели, да, машин не было. Такси. Такси хотели вызывать, просто денег дорого было. Сейчас везде пробка, клянусь. Девушка, можно? Твоей подругой есть. Пожалуйста, только не там. Красиво. Подружка есть красиво. Клянусь, не смотри. Я вообще, вот этот хозяин, я ему хозяин, ему тоже. Они все мои продавцы. Серьезно. Не переживай, у меня точка есть. Машин есть 0.14, слышал? 0.7 есть, 0 покупал, просто ему чуть-чуть. Ты просто... девушку на продажу хочешь? А, нет, ты что, я бы... Чей, что ли? Не человек, что ли? Я... Чей, что ли? Подожди. Слушай меня. Я хочу... Слушай меня, я просто хочу познакомиться. Эй, тихо, ребята, что случилось? Я хочу познакомиться. Я хочу просто познакомиться. Где-нибудь посидим, чай пьем, виски пьем, кальян начаем, течем или пьем, не знаю, девочка. Да, вот хочу. Слышал ресторан? Здесь снова открывал. Огурцы Миринда. Вдвоем. Не слышал такой кофе? Какие-то вообще необычные названия. Это азербайджанский ресторан. Ага. Это твоя машина новая? Да. Где на чем аренда идет? Машина. Цену? Я думал, ты аренду взяли. Нет. Ты на нолдах меня взял. А где у меня знабах? Серьезно, я думал... Ты меня начал на нолдах меня взял. Вчера ночью... Это твоя машина? Это моя. Покажи, что я не знаю. Просто они говорят, что... Я первый раз вижу, это твоя машина. Я ее купил вчера. Купил вчера? Да. А, кстати, ты мне сказал. Ты на это бурзугал, гайда. Я друг, ты друг, мы криминальный круг. Я друг, ты друг, мы криминальный круг. Я могу тебе это сказать, чтобы тебя твоей рядом, сколько я девушка был, я видел.
Вот это очень красивая девушка. Сколько девушек? Чему я бухал, я последний раз считал, чтобы 10, 11, 12 было. 12. Даже вечера я ему видел два девушка. На каждом рядом один девушка сидит. Они отсюда пошли. Он плохо считает, он цифры не знает. В смысле плохо считает? 12, я сам руками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот так я считал, ему рядом девушка была. Я считал, чтобы ему 12 девушка была. Он каждый день один погуляешь, потом бросишь девушку. Я говорю, почему бросишь? Отдай ему один меня, я с ним женимся, свадьбу делаем, маленько-маленько летаем. Ты хочешь Париж? Калинка-маленько? Париж? Париж хочешь? Девушка, ему нишанный есть. Нишанный, да, как зовут нишанный? Ну, это как невестка. Даже ему невестка есть. Колесо поставил, он скоро... Ай, Дема, да на Дема. Санде, а как пиза и пилет? Нет, они шутят. Он улыбается, смотри. Да он всю дорогу улыбается. Почему? Ох, Матвей. Ты говоришь. Нет, просто... Да, сейчас, Леля. Сану, сейчас. Ты женишься или что? Пока нет. Да ему просто кольцо поставили, девушка. Что надо, но... Да я что надо, Дима? Не, Дима, не может быть девушка. Шушая иллагами, сис думан алыты, хара бөлі бөлімі, гözлері yolda қалды, тофхана, мешасы, сачыны yolды, гәл койнуңа құрбан, ай ватан оғлы. Не плаки, родной, не плаки. Мы едем скоро в Азербайджан, родной. Будем в нашей деревне кататься. Будем в своей родной городе. Я сейчас сын. Азербайджан! Азербайджан!